Представляю на предыдущее поколение. Господа, я вас прошу, я понимаю, хочется отснять, но да, все-таки это немного безопасно. Что может пятерка, это сжать деревяшечку, да, вот она потрескалась, но большего эффекта мы не добьемся. Скидываем пятерочку, ставим сюда батарейки High Output с новыми ячейками 21700. И продолжаем работать. Кто меня снимает? Я. Падаете куда? Да, с увеличением ампер-часов у нас увеличивается еще и мощность инструмента. Это очень важно понимать, потому что были жалобы о том, что человек покупает, например, гайковерт, может быть, там попроще, и говорит, он не выдает максимальных характеристик. Потому что человек работает с ячейками предыдущего поколения. На новых батареях он действительно достигает максимальных значений, поэтому на это внимание обращайте. И даже если, например, мы возьмем батарейку 5 ампер-часов и 5,5, но с high-output-овской системой 5,5 будет намного дольше работать и выдаст больше токи. То есть, соответственно, более мощный инструмент у вас получится.